Всем привет! Мы на рыбалке. Приехали ловить окуней, наш любимый карьер. Со мной сегодня не сын, а моя дочь. Вот она. А сын, он ловит карасей на фидеры. А мы приехали просто испытать новый спиннинг. Вот какой-то, вот даже не знаю, какой он фирмы, такой дешевенький. А и вот новая, даже новая блесенка, все той же фирмы, волшебной нашей, на которую мы всегда ловим. Но вот это вот такая вот теперь красненькая, вот такая вот, вот троечка. Сейчас мы на ней попробуем. Еще купил одну, потом покажу. Просто серебряная, это вообще был прошлый год улет. Лупит на нее все, щуки, окунь. Вот сейчас попробуем сначала вот на такую красненькую. Вот как моя доча. Такая же красненькая. Смотри. Дураки в красном. Дураки в красном и окуни в красном тоже любят дураков в красном. Ловим. Ты есть? Да. Правильно. На рыбалке надо кушать. Кто хорошо кушает, у того хорошо ловится рыба. Правильно? Она очень умеет. Я тебе научу. Ты же умеешь. Я же тебя учил. Андрея я учил. Я тогда хорошо. В дождь стояла. У меня щука проплыла там рядом. На пруду тут. Она там есть? Сейчас мы наладим ловлю, и ты будешь ловить учиться. Окуней. Нет, ловить их. Чего там учиться? Учиться нам не надо. Нам надо я ловить. Я умею. Кушай. Видишь, какие травища у нас тут. Ой, какие травища. Это эти. Это трава, которая, помнишь, нюхали, кукуруза. Помнишь? Рыбой пахнет. Да какой рыбы? Кукуруза. Воняет рыбой. На. И крути так. Не подожди, вот давай вот пошустрее чуть-чуть, вот так в половинку. Ты ее вот так удочку опусти. Не, видишь, не хочет. Вот опять трава. Видишь, не хочет. Я траву так умею ловить. Да я тоже пока. Пока же. Вот, она чуть-чуть утонула. Блесна это по-другому. Ее закинул, может, сразу. И, чем... а медленно. Ты ее медленно крутишь, она глубоко плывет. Быстро крутишь, она у тебя поверху крутишь. О, вот он. Во, смотри. Оп. Вот, да. Вот он окунь. Хорошенький. Ну, так нормальный окунь. О, видишь? Ух ты, держись, зараза. Эй! О, бери его. Видишь? Вот он. Окунёк. Он мне говорит, что у него вот эти вот шипы колятся там наверху. Ну, колятся, да. Ой, ну что ты прям ты, господи. Давай, руки, где-то. Блин. А как же ты их ловить-то? Куда? Положим, так хороший окунёк. Смотри какой. Съедим потом. Закоптим. Закоптим, и ты сама его будешь ням-ням. Ты можешь очистить, только аккуратно, смотри, сама не попадись там. Не, меня не надо коптить. А как мне? Я боюсь. Вот так берешь. А эту воду чуть-чуть пополоскала и все. И та там отцепилась. Все? Нет. Опа-на! Вот он, первый окунь есть. Чё нам? Так, ну, на. Кидаешь вот туда. А как?
Как? Так, типа, вот это вот раз. Вот эту. Так. Вот так. Правильно. А что я делаю? Кидай вот туда. А что еще сделать? Отпускать эту руку? Кидаешь и вот ту отпускаешь правую. Во! Эту щелк и крути сразу. Ниже опускай удочку. Спиннинг. Во, вот так. По очереди будем с тобой, да, долбить? Угу. Ну, покажем сейчас. Что это такое тут? Так, приплыла, видишь? Оп, вот видишь, что ты умеешь, что ты там. Мамкин конкурент. Ну, зря я их учу рыбу ловить. Потом вдвоем сядут в лодку и уплывут, а нас бросят. Идите, ищи, варите. Тихо. Молчу. Товарищ командир. Нет. Так, теперь потихоньку. Я поплывем вон туда, вон. Вдоль берега. И ты... берегу под челюсть. Смотри. Вообще ты супер скуляешь. Крути. О, крути. Ох. Давай, давай, крути. Чё ты не останавливайся. Или крути потихонечку, или быстро, но все время должна она крутиться. Это вертушка, она должна крутиться. Если ты будешь медленно крутить, так, тык, тык, она вот так вот будет. Вот видишь, она крутит сейчас, как пропеллер, вот крути. Вон, и тут с травой. Ну-ка, травишки мне чуть. А я думаю, что у меня там вот так? Вот туда сейчас как раз кидаю. Вон. Угу. О. А я попытался. А ты... Это девушка. Лягушка. Ну, видишь, вот ну, разные моменты. Я сейчас лягушки начну запрыгивать в лодку. Сейчас через 10 минут сейчас начну. Ква-ква-ква. Чё? Видишь, вот трава. Мы домой поплыли. Видишь? О, видишь, вот так. Видишь? А как вот так? Я думал, за траву зацепился, поддернул чуть, видишь, смотри. За жабру. Опа-на. Окунечко поддерванил. Ну, лес. А смотри, блесенку сменил. Видишь? Она у тебя зацепилась. Это я ее прицепил специально так. А чтобы она не отматывалась. Андрей, удочку вот сюда поставляю. Дай мне. Вон, смотри, цапли летит. Вон она, видишь, здоровая. Вон так? Угу. Давай, кидай. Вообще кинет. Что-то кашу мало ела, наверное, сегодня. Ну вот, и селенок-то нет, броси. Дай. Дай. Вот папа сегодня ел, видишь, каши, смотри, много. Берешь. Мама не готовит. Вот вам, пожалуйста.
смотри. Понятно? Кто кушает хорошо кашу, у того окуни. Идут как надо. Лизок, ну вон где. Ну. На, будешь кидать? Не будешь, как хочешь. Продолжаем ловлю. Вот так ее. Ну. Крути, крути. Давай я сейчас с тобой вот руки возьму твои. Я не могу так сильно. Я тебя научу. Пальцем зажала, берешь за удочку, и эту даже не трогаешь, берешь резко туда, соси дури, вот так, видишь, улетела как далеко, ну ты умела же сначала, то сейчас куда-то хрясь у тебя вот сюда летит. Я туда кидаю, туда. Ну давай по очереди, ну ты покидала чуть. Вот, видишь? Ну видишь, вот смотри, папа бросил один раз. О, оп, смотри. Ну, Лиз, ну, я ж умею, куда кидаешь? Маленький, наверное. О, такую мы отпустим. Туда тогда. А-а-а-а! Видал, палец чуть поймал себе. О, смотри, вот он прям, под лодкой прям, хоп-хоп-хоп. Смотри, опа. Маленький опять, это тот же, наверное, да? Конечно, я сказал, туда. А я с той стороны того притащил. Жалко, вырастет большим, потом поймаем. Смотри, вот туда. На, крути. Спина должна стоять ровно, не дрыгаться. Да, Лизочка, не мамкина ты дочь. Мамка-то две щуки поймала. А я ничего. Давай, ну-ка дай-ка я очищу, видишь? А? Че, а помнишь, ты маленькая была, мы с тобой ходили, щучку ловили? А? Как не ловила?
Все, перестал вообще клевать. Давай. Да ладно уж ты, скажешь-то. Да ладно. Ну-ка давай посмотрим сейчас, я вот, оп, ну-ка я попробую. Меня нет. Ну это ж не девичье дело рыбу ловить, правильно? Мне нравится. Нравится? Ну у меня тоже, что там, три штуки я поймал. Вот как так, Лис, вот происходит? Смотри. Лис, ну, тут... Да ладно, ну Лиза. Смотри, смотри, смотри. Вау! Смотри какой. Смотри, Лис. Смотри какой. Смотри. Смотри какой, зачетный. Смотри, Лис. Лис. Ну смотри, ну глянь, как такой. Ой, ну ладно тебе, ну Лис. Ну ладно тебе, первый этот опыт. Ну хоть мы такого зачетника-то хапнули, Лис. Наша цель-то была с тобой вдвоем. Значит, у тебя счастливая тоже рука. Вот почему он вот так вот? Тебе не хотел. Смотри, вот он. Вот это... Супер гуд! Мы его с тобой все-таки поймали, Лизок. Я скажу, это ты поймал. Давай. Когда мама поймала две щуки по килограмму, а я не поймал, я не плакал. Мне было радостно. Еще ты меня сейчас обловила бы еще окунями, и вообще жесть. Куда же деваться папе? А? Вот смотри, видишь? Лис, ну куда вот? Ну чё, папа? Такого возьмем или нет? В общем, окуня у нас ловится нормально. Темнеет. Едем. Вот такого выпустим. Эх, только всадил сто. Ого. Ну все, горюет дочь. Она кидает, не ловится. Ну что сделаешь-то? Не виноват я. Все впереди у вас, Елизавета. Ну все, вон за нами приехала мама. Все, гребем, да? Дочь расстроена. Она не поймала. По-всякому пытались. Ну, что-то... Все. Плывем на базу. Все, плывем. Поймали вот большого окуня. Ну и так, ничего таких нормальных. Ставим, подписываемся. Все будет зашибись.